Здравствуйте, дорогие зрители портала Куплю Интернет. Сегодняшнее видео мы будем снимать распаковочку посылки FedEx'а из Гонконга. Здесь предположительно должны находиться три чехла с Вичези для iPhone 5 модели. FedEx обещал привезти посылочку 21 на конец света декабря, но решили чуть-чуть пораньше и привезли 19-го. Обычный пакетик. И внутри находятся три чехла. Два Bond и один Nud. То бишь голенький в переводе на русский. Bond в переводе на русский значит просто Bond. Как всегда, в случае очень хорошая качественная упаковочка чехлов. На подробном китайском языке. Спасибо за внимание.